Приветствую вас на канале Сами с Усами, своими руками. В этом видео у нас очередная заброшка. Находится она между метро Балтийская и Технологический институт. 11-я Красноармейская, дом 7. Как вы можете посмотреть, что здание уже ухандоканное, заброшенное давно. По даже внешнему, так скажем, обзору будет видно, что здание пойдет, скорее всего, под снос. И конструкции оно не подлежит, потому что перекрытия все деревянные, конструкции многие обрушились, и, в общем, там бздец его. Сейчас мы приступим к осмотру данного помещения. Поехали. Тут, короче, можно везде будет побродить. Ну, пошли попробуем попасть в твою сторону. Да, я хочу туда. Так, мы как тогда пойдем? Пытаться туда? А, нихера там. Там пола нет. Может, там через подвал пройдем? А потом, кстати, взглянем. Может быть, правда, через подвал пройдем? Да, походу, подвал идет. Вынесем дверь. Так, а вот тут как-то надо будет. Походи. Тут все сгорело. Печки в этих домах были. Там раскрученный магнитофон какой-то. Что это у нас было? Что за патефон? Ну-ка. Это был Рен, его знает кто. Ой, ёкарный. Ну, вообще ничего. Как-то там вот та комната, кстати, вот это была такая прикольная, что... И чего? А, здесь никого... Здесь никого не живет. Да, здесь никого. Ага, нихера дебил. Тут в обратную сторону. О, какие кирпичи, видал? Соболева. Столик. Это что, печка, что ли? Так, я же тебе говорю, печи были, и в той стороне там печка тоже была. Да, печь. Ну, просто. Уже, кстати, в ней что-то искали. Она не просто так расколочена. Пытались найти золото. Драгоценности, бриллианты. Тарелка. Маленький, но шанс есть, что он туда попадет. Ну, если где-то будет разбито. О, следующая парадная. О, мы все-таки с тобой встретили крысу. Так она в ту сторону? Ни хрена, она в ту сторону. Не знаю, не хочет. А, ну там так засрано, что да, это только, короче, надо вот стул. Потому тут стул и стоял. Зря я его убрал. Стул был специальный. Волшебный стул. Это окно в Европу, и там чемодан тоже специально стоит, такая хрень. О боже, сколько всего. Ничего нету. Чё ты? Типа почти пришли? Да. Ну нет, тут вообще ни хрена. Чё это такое? Цивилизация. Тут, кстати, тут, скорее всего, даже кто-то живет. И, кстати, ему... Не зря же всё это поставлено так, что залезло. Ну. И стул у него даже такой благородный. Это, наверное, ортопедическое сидение, у кого геморрой.
Сейчас мы найдем. Это что за такое? Обвал. Ну ни хера себе, круто. Так, надо как-то тогда поаккуратней. Охренеть, я бы сказал, ребята. Вообще просто... А, так смотри, там и верхняя часть вся уже. Жопа. Пойдем. И как? А как? Мы туда дальше пойдем. А нам надо туда? Да? А, подожди, что-то я не понял. Нам пойти туда надо, прямо, нет? А как мы пройдем? Ну, выше этажом посмотреть, в другом месте. Тут правильно полы, вот они проседают уже. Да, второй этаж. А мы случаем не на месте? Нигде надо? Я просто понять пока не могу. Или там еще влево есть? Я чуть не понимаю. Не, мы еще, наверное, не дошли. Это не хрена себе. Ну да, это круто. Так-то. Ну а представь, я бы продолжал жить там все это. Запросто. Ну хотя, да, это второй этаж, можно попытаться спуститься, посмотреть, что там, но там, я думаю, ничего. Да куда оно там обвалилось-то? Во! Ах. Вот они мои двери. Стой, ты посмотри сюда. Смотри. Первого этажа нет. Интересно, это видос? Да это я охренеть не надо. Вот, мы добрались. Вообще жопа. Нахрен. Ты смотри. Тут зал был. Где пол? Нет пола. Ушел пол. О, обои. Я их клеил. Кирпичики, да, что ли? Да, я их клеил. Ну круто ты, короче, это. Крутой чувак. Я записываю? Они вон они обои. Обои вон они такие же, еще вон та с той стороны что-то оборвано там вон. Да может с кухни, там не кухни. Главное, что пол здесь не провалился. Сейчас я здесь. А, слушай, а кухня тут уже как-то. Сейчас я взгляну, что здесь. Так, кстати, там и верхнему пиздец, всему пролету. Это короче, эта вся сторона рухнула к чертям собачьим. А вот тут? Вон его там, кстати, пол, ты видишь, начинает проваливаться. Ты постучаться решил, вдруг откроют? Да, можно туда не идти, тут ни хера нету. Я вещи хочу смотреть. Тут огромное-огромное зеркало было вот здесь. Во всю вот эту вот часть. Было. Было, да. Ушло. Шкаф этот даже поломали. Вот дырки. Кому он нужен? Там, мы же, кстати, что-то дай там. Дай пройдем. Павильон шестого, коробка. То, что твое добро было. А вот тут, кстати, куча твоих, наверное, журналов. Какие? Таиланд какие-то. Нет. Ты тут что, не летал никуда в Норвегию? Нет, я не мое. Ну все, вот оно это. Это. Я тебе говорю, что это вот оно мое это. Не, это слушать не мое. О, труп куклы чей-то. Негр. Кукла негр. Ну-ка иди сюда. Да ебаная кукла. Кукол негр, точно. Тут жил кукловод. После, кстати, это опасно. После тебя пошли отсюда. Я тебе что говорю, что лучше повыше куда-то пойти в той стороне. Ну хотя. Он, кстати, ходуном ходит, я сейчас на пол наступил. Он аж прям заиграл. А тут соседи были. Ну, они вышли. Покурить. Наверх пойдем? А куда надеваться?
Слушай, ну опасно вообще. Ну в той стороне лучше, в этой стороне она вся рухнула. Здесь, может быть, был какой-то массовый, не знаю, потоп, что ли, или что-то, может, это какое-то излишнее парообразование, отопление рвануло, или еще что-то. Тут асфальт, кстати, проваливался. Так, выше пойдем? Или пойдем лучше в тот подъезд дальше? Да, ладно, пойдем, да, туда, в ту сторону. Ну, в смысле, подальше от этого края, который обваливается. И мы отсюда пришли. Мы отсюда и пришли, мы назад идем. Так, мы решили снять продолжение, хотели уже закончить наш видос, ну, тут, короче, какие-то хождения, блуждения вокруг да около, мы выходим, хер поймешь где, хотя заходили, ну, мы знаем, где заходили. И мы вышли на какое-то не понять чего, тут все везде обрушено, сейчас будем блудить, искать выход. А, стой, ну, знаешь, сейчас где, вот он, этот дом, который, наверное, перед нами или какой. Короче, не знаю, пошли назад. Сейчас залезем. Это нам туда, походу, надо, да? Давай искать, сейчас зайдем, посмотрим в окно сверху. Там эти гребаные повороты, туча поворотов. Там столько этих поворотов, что я не знаю. Так. Трогать ее руками не хочется. Ладно, придется. Знаешь, теперь ты как на батут? Ага, сейчас как подпрыгну, как лягушка, как херакс. И в стекла. Да, и бубном. Я как старуха. Люди, люди, маньяк в окно залез. Абажур? Абажур. Так, ну идем назад. Потому что вот в этой стороне мы и не были, правильно? Мы где-то свернули не в ту комнату, и где-то была сквозная дырка, в которую мы залезли. Я не помню, вот этот шкафчик. Мы не проходили в такое узкое пространство. Да. Это проклятый дом. Сука. Здесь мы не были. А вот эта лестница. Мы не здесь заходили? Может, сейчас здесь спустились? Сейчас мы спустились точно здесь, так что нам в любом случае назад. Да, это как это, Бермудский треугольник. Кругом темно, мрачно, ни хера не видно. О, сейчас я в окно дыбану. Где мы есть-то? Ну, слушай, мы там, где надо. Нам нужно спускаться сейчас на первый этаж. Вот оно, это окно, в которое мы хотим выйти. Так мы только что... Поднялись. Да, мы просто с тобой прошли чуть лишнего, прикинь, окно, вот оно, прям вот, да? Буквально, ты не знаю, сколько метров. Нам ниже надо, то есть мы высоко. Ниже, ниже, но ниже там уже мы не были. Ниже подвал, да? Да, да, наверное. Стопудово подвал. Все-таки мы, нам сюда, куда мы шли, только мы зашли куда-то не туда. А куда можно не туда зайти? Мы вот отсюда, наверное, пришли. Пойдем. Тут, короче, куча кирпичей вот этих именных. Ну, не именных, а... Да, 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 с какой-нибудь там... Там кирпич имени пакости такой-то. Да, балка, вот мы отсюда с тобой... Все, мы здесь и заходили. Вот она, балка. И вот... Вот тут мы и были. Да. А свернули-то всего чуть-чуть не туда, и уже попали вообще в какой-то... Валера. Да, вот он, этот футболист. Это, да? А, это вообще Камил какой-то. Это какой-то, как телочка Милан. Такой весь. Милан. Это какие-то армяшки.
Ух. А там я не был, ну-ка мне прям теперь уже любопытно. Нихера, кстати, пол под наклоном. Кто тут? Не, ладно. Да. В прямом смысле все рушится. Да, поэтому надо валить. О, кто тут даже, кто тут, смотри, порядок наводит, причем, согласись, именно наводит. Вход, да. При входе. Туда подметает, тут домовой живет по-любому. Зовут его бомж Иосиф. Кобзон? Че? Нет, Кобзон? Да, ну и Кобзон тоже здесь живет. Нет, вот. Других Иосиф. Нет. Иосиф Кобзон. Иосик. Так, ну и на этом все. Ничего интересного в данном доме нет, кроме строительного мусора, который никому не нужен. Вот так этот домик выглядит. Посещать его смысла нет, потому что вся вон та часть вообще валится, рушится. Даже видно, что стены уже треснули. Оно здесь трескается, пол кое-где уже проваливается. Полная засада. Так что посещать, в принципе, нет смысла данное место. Это гадюшник. Адрес. Красноармейская. Адрес 11-я Красноармейская. Дом 7. Дом 7. Ну и тут не промахнетесь, как говорится. Сейчас мы будем заканчивать данное видео. Так что, кому интересна данная тематика, поддерживаем, ставим лайки. Обязательно подписываемся на мой канал. Будет еще много всякой срани такой. Да, иначе не скажу слово к данному адресу. Все, всем спасибо. Пока.